Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Мы рады новой встрече! Добрый вечер! Ребята, хочу напомнить вам, что программу нашу «В гостях у Дуняши» смотрят телезрители во многих странах. Поэтому ваши рисунки могут увидеть ребята, например, в Белоруссии, в России, в Прибалтике, в Канаде. И вот сегодня мы с вами рассмотрим работы ребят, которые живут в Минске, Белоруссия, в Челябинске и Самаре, это Россия, и в таких украинских городах, как Кривой Рог и Житомир. Вот, например, посмотрите, что прислала Минка Лариса. Лариса нарисовала ежика. Ежик идет по тропинке и несет яблочко. Молодец, Лариса! А вот этот рисунок прислал Безбах Андрей. Рисунок называется «Два голубя». Голуби свили большое гнездышко. А, наверное, ждут, когда появятся птенчики. Наверное, да. Умничка, Андрюша. Ну, а мы идем дальше. И следующий рисунок вот такой. Его прислала Усова Милана. Ей 7 лет. Милана нарисовала красивого жирафа и пальму. Жираф высокий-высокий. Еще чуть-чуть и достанет до облачка. А вы заметили, какая красивая улыбка у жирафа? Спасибо, Миланочка, за рисунок. А теперь посмотрите, что прислала нам Маринская Оксана. Оксана нарисовала большой дом на горе и колодец. А еще деревья, цветочки. Видно, что Оксаночка очень старалась. Умничка. А вот этот рисунок прислал Ромалин Кирилл. Он нарисовал пустыню. В пустыне так много песка. Так и хочется скатиться с песчаной горки. Хорошо получилось у Кирилла. Умничка. Ну и последний на сегодня рисунок, который прислала Кривошеева Лиза. Лизе 5 лет. О, Лиза нарисовала Библию. Это книга всех книг. Мне нравится ее рисунок. Красиво получилось. Я с тобой согласна, Вова. Умничка, Лизочка. И спасибо всем ребятам, кто прислал свои работы за труд и за старание. Ждем ваши новые работы. А пока смотрим мультфильм. Почему нарушаете? Дяденька милиционер, это же наш Дедушка Мороз. Кто разрешил? Морозу положено быть когда? Зимой. А сейчас что? Лето. Вы разве не видите? Я лето хотел посмотреть, а ничего не вижу. Дедушка наш заболел! Все понятно. Больной тает на глазах. Его совершенно необходимо отправить на север. Значит, Дедушка Мороз так и не увидит лето? Это исключено. А он так хотел увидеть лето. Тише, тише. Вот тебе мороженое. И только не плачь. А я знаю, как помочь Дедушке Морозу увидеть лето. Надо отдать ему наше мороженое. Как самочувствие? А? Прекрасное! Ура! Ура! Мы в дороге с песенкой о лете, самой лучшей песенкой на свете. Мы в лесу еще быть сможем встретим. Хорошо, что дождь прошел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы покрыты бронзовым загаром, ягоды в лесу горят. Я люблю жару.
Ой, кто это? Ой, кто это? Ой, кто это? Ку-ку. 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 Это домой пора, а ты все кукуешь. Ой, да-да-да-да-да. А ведь правда, пора. Спасибо вам, дорогие дети, за то, что вы показали мне лето. Я самый счастливый Дед Мороз на свете. Ура! Вот и подошла к концу еще одна наша встреча. Напоминаем наш адрес. Вы видите его сейчас на своих экранах. Пишите, рисуйте. Будем очень рады показать и прочитать все всем нашим телезрителям. Ну а пока мы прощаемся. До свидания. Пусть вас оберегает ангел-хранитель. Звезды светятся в окне.